Всем привет! Этот выпуск посвящен продвинутому использованию require. И начнем мы с динамического require. Например, у нас есть здесь приложение, и оно хочет подключить модуль логин не сразу, а только по необходимости. То есть, когда посетитель нажмет на кнопочку логин button, тогда должен подгрузиться модуль и вызваться функциональность логина. В данном случае функциональность очень простая. Модуль логин просто выводит алерт, но, конечно, в реальности это может быть форма логина, что-то еще. То есть задача универсальная. Прямо сейчас, если мы соберем это приложение, то, к сожалению, это не работает. То есть вот App.js сборка. И мы видим, что в ней как шапка, так и оба наших модуля. Дело в том, что Webpack анализирует наш файл, и если он видит require, то он включает его в сборку то есть он по умолчанию не понимает, что этот модуль require может понадобиться когда-нибудь потом. Для того, чтобы дать вебпэку понять, что этот модуль необходимо выделить отдельно, есть два основных способа. Первый способ – это вебпэковская функция require.insure. Она получает первым аргументом массив с одним или несколькими модулями. Ну, в данном случае один, можно и больше. Вебпэк сгенерирует из них отдельный файл, отдельный фрагмент сборки. И при запуске приложения, если выполнение пройдет сюда, то он динамически подгрузит вот эти вот модули, то есть фрагмент сборки с ними, и вызовет вот этот вот callback. И в callback уже гарантированно мы сможем эти модули подключить. Альтернатива этому способу это AMD-синтаксис. То есть, видите, чуть по-другому, require обычная получает массив с модулями и вторым аргументом callback. Тоже модули станут отдельным фрагментом сборки но при этом в эту функцию попадает их экспорт. То есть результат require login, который в предыдущем способе нужно было вызывать явно. AMD синтаксис, хоть и по виду короче, на самом деле чуть-чуть уступает require ensure. У require ensure есть одна интересная возможность, которую мы посмотрим позже. Из-за того, что require ensure вроде как помощнее, мы в дальнейшем будем использовать именно его. Что ж, давайте запустим сборку. Для нее у меня будет такой небольшой конфиг. Очень простой, видите, одна entry app, Единственное, замечу, что в output нужно указать не только path, путь на диске, куда записывать файлы, не только файл name, шаблон для имен файлов, но и public path. Public path указывает, как из интернета получить наши файлы. То есть в данном случае у меня слэш. Это означает, что URL для app.js будет вот такой. А если бы, например, у меня public имела внутри директорию js, и у меня JavaScript лежали бы здесь, то есть вот так вот, а при этом корневой директорией веб-сервера по-прежнему является паблик, тогда, чтобы достучаться до app.js, понадобилось бы slash.js, slash app. Соответственно, в public path нужно было бы написать slash.js. И, наконец, если предположить, что статик файла я отдаю не с основного сервера, а с дополнительного или с CDN, тогда путь здесь мог бы быть таким. То есть public path – это интернет-путь к нашей сборке. В данном случае Webpack обязан его знать, потому что подгружает отдельные скрипты, он будет динамически. Заметим, что в конце PackBlackPath обязательно должен быть слэш. Очень легко забыть, а без этого работать не будет. Итак, запускаем сборочку. И мы видим, что у нас теперь не один, а целых два файла app.js и файл со эстрадным названием 1.1.js. Давайте на них посмотрим внимательнее. App.js это основная точка входа. Соответственно, мы там видим шапку, и дальше, если прокрутить, то во что превратилась App.js? Здесь, в исходном файле, у нас был require ensure. А в сборке у нас вместо require ensure находится вызов специальной вп функции vp.require.e Эту функцию можно посмотреть выше. Вот она, вот. То есть она, как видно, осуществляет динамическую подгрузку при помощи тега скрипт. Соответственно, после того, как модуль с идентификатором 1 подгружен, Очевидно, что оно вызовет callback, и этот модуль уже есть. Его можно отрекварить. Давайте посмотрим в действие. Вот страница, я ее сейчас перезагружаю. И мы видим, что загрузился AppJS и HTML. Теперь жму логин. О. Видите, подгрузился как раз этот вот кусочек и вызвался. То есть все работает как задумано. Вот посмотрим, что такое 1.1. А это просто модуль. Итак, как мы увидели, Webpack берет и динамическую сборку, и подгрузку целиком на себя. То есть require ensure, во-первых, говорит ему выделить это в отдельный файлик. Вот он. А во-вторых, в сборке в этом месте находится динамическая подгрузка этого файла. Вот она. Еще небольшой нюанс. В require ensure в квадратных скобках можно ничего не ставить. Дело в том, что когда Webpack видит require ensure, то он анализирует содержимое callback, а, и все require, которые находятся тут — он как бы автоматически помещает вот сюда. То есть require ensure с квадратными скобками сработает совершенно так же. Оно по содержимому callback и поймет, что нужен вот этот вот require модуль. И сборка будет аналогичной.